привет! Мы рады вновь приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы постараемся разобраться, кто же все-таки быстрее спидстеров, Флэш или же Ртуть. Итак, давайте вспомним, кто есть кто. Флэш — это супергерой-спидстер из вселенной DC, а также член Лиги Справедливости. Ртуть — это супербыстрый герой из вселенной Людей X Marvel, который иногда появляется и как член Мстителей. Сравнение этих двоих — дело не новое. Геки по всему миру уже сотни раз переругались или переспорили, пытаясь прийти к решению вопроса. Давайте и мы попробуем. Ртуть или Питер Максимов способен развивать сверхчеловеческую скорость. Ртуть был первоначально способен к передвижению быстрее, чем скорость звука — 1239,19 км в час. У него были достаточные запасы энергии, чтобы бежать на этой средней скорости несколько часов, после чего он должен будет остановиться, чтобы пополнить запасы энергии. Ртуть использовал свои сверхскоростные способности для различных целей. Он поймал однажды стрелу, которая уже пролетела 10 футов — 3,5 метра, и уворачивался от пуль автомата. Еще он может, просто двигаясь прямо, создавать циклоноподобные потоки воздуха, способные сбить человека с ног. Не только человека иногда и машины переворачивала. Он в состоянии перебежать Атлантический океан и попасть на другой континент. Также может легко бегать по стенам зданий. Ртуть в настоящее время способен достигнуть сверхзвуковых скоростей, по крайней мере, до 4 махов — 4956,78 км/ч. Он может, вероятно, бежать быстрее. Ртуть также неуязвим к эффектам трения и разряженной атмосфере. Он даже смог взбежать на гору Эверест. Ртуть в состоянии развивать огромную скорость, на первый взгляд похожую на эффект телепортации. Управление скоростью восприятия позволяет ему нормально перемещаться на высоких скоростях. Мир вокруг него словно замедляется, однако это происходит из-за высокой скорости его реакции. Также имеет достаточно прочный скелет и мышцы, чтобы скорость не доставляла неудобств. Также может разрушать некоторые предметы, расшатывая их с большой частотой и входя с ними в резонанс. Флэш или Барри Аллен развивает также сверхчеловеческую скорость. Оказалось, что Барри Аллен может бежать практически с любой скоростью, своими силами преодолевая даже световой барьер. Теоретически, скорости, превышающие 3403 метра в секунду, опасны для людей и окружения. Эта скорость равна примерно 2 милям в секунду, позволяя ему пересечь США за 23 минуты или обогнуть земной шар за 3 часа. Флэш редко движется на такой скорости в населенных зонах. Его прогулочная скорость дозвуковая, менее чем 1239,2 км/ч. Это достаточно быстро, чтобы бегать в городах рядом с людьми и не причинять ущерба. Также он может бегать по воде и вверх по зданию. Ныне Барри считается самым быстрым существом во вселенной и самым быстрым Флэшем благодаря времени, проведенном им в силе скорости и статусу ее создателя. Суть в том, что Флэш развивает скорость света, точнее скорость в 13 триллионов раз превышающую скорость света. Это означает, что он может переместиться не только в любую точку на Земле в доли секунды, но и в любую точку во вселенной. Но в космосе ведь нет Земли, скажете вы. Это не имеет значения. Как движущийся объект, он может пойти в любом направлении и оказаться в любой точке, у которой есть координаты. Набирая скорость света, объект также набирает бесконечную массу. Это означает, что любой удар его будет сильнее удара Супермена или Халка. Миллионы ударов бесконечной массы, нанесенные за доли секунды. Более того, даже если вы достаточно быстры, чтобы как-то ответить на эти удары, вы не сможете. Флэш может замедлить все процессы в вашем организме, каждый электрон. Теперь вы даже не можете нанести ответную атаку. Но это не конец. Флэш может искажать время и перемещаться между измерениями. Так что теперь можно сказать, что Флэш не только может перемещаться в любую точку во всех реальностях, но и в любой отрезок времени. Он настолько быстрый, что может оказаться в каждой секунде вашей жизни и нанести удары. Удары бесконечной массы. Одновременно. Во всех реальностях. Во всех временных отрезках. И все, это конец. Флэш — это бесконечное все. Не существует защиты, которая могла бы спасти вас от подобного. Первый удар Флэша, и вы навсегда стерты из существования. Вы не сможете ответить. Вы не сможете проклясть его в драматичной предсмертной речи. Вы не сможете даже вздохнуть. Одна йокта-секунда, и кем бы вы ни были, вы мертвы. Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Флэш быстрее, потому что он способен передвигаться со сверхсветовой скоростью, а Ртуть — со сверхзвуковой скоростью. Это наше мнение. Как думаете вы? Пишите комментарии, ставьте лайки и смотрите наши обзоры на нашем сайте. Всего доброго, пока-пока! Выпущено при поддержке самого надежного букмекера 1xBet. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас.